23 декабря 2017 год, Харьков, 202 по Киеву. Больше похоже на съемки разнонаправленного движения облаков в слоях атмосферы, нижних, верхних. Но снимаем суперлуние. Луна в перигее, ближе всего к Земле. Луна полная. Хотя суперлуния у меня снято уже несколько, а вот движение облаков такого я еще не видел. Ты посмотри, как с какой яростью, в каком темпе. Ну, луна выглядывает, конечно, не часто. Сейчас ночью я здесь торчу. Периодически луна выглянет. Убедиться, что я до сих пор не сплю, и назад в одеяло облаков. Красота. Надеюсь, 1 января и 31 января погодка будет получше. Будет еще два суперлуния. Все, да? Ну ладно, хорошо, хоть плюсовая температура. Что странно для 3 декабря. Ладно, пойдем, наверное, по домам. Может, через часок-два еще вернемся. Харьков, 3 декабря 2017 год. Батарея уже отказывается выполнять свои обязанности. Ну лады, пойду подзаряжаться.